Владимир Списивцев настраивает эти рояли уже 40 лет. Пожалуй, только мастер со стажем с помощью одного прикосновения к белоснежной клавише может определить, что звучит музыкальный инструмент еще не так, как должен в идеале. Чтобы на новом рояле можно было передать всю глубину и выразительность музыки Сергея Рахманинова, он сначала заглушает две из трех струн в верхнем и среднем регистре. Когда сольный звук готов, под него подстраиваются остальные. Во всех отношениях самое прекрасное звучание. То есть и в смысле красоты, и в смысле динамики. То есть непревзойденное звучание. Но здесь звучание это одно, а еще игровое ощущение, то есть механика, самое лучшее ощущение, потому что механика оптимальна. Чтобы вот так ловко настроить все 243 струны, Владимир Иванович заглядывал под крышку рояля Steinway целых 3 года. В немецком Гамбурге он не просто стажировался, он лично принимал участие в создании музыкальных инструментов. К слову, делает уникальные рояли исключительно вручную. Для корпуса, клавиш и деки подбирают элитные породы деревьев – бук, ель с Аляски и бубинга. А на обивку молоточков пошла шерсть овец, выращенных в Альпах и подстриженных по специальной технологии. Но главная ценность этого музыкального инструмента – его звучание. К примеру, для того, чтобы звук беспрепятственно распространялся по всему корпусу, его делают из цельного пласта дерева. Сначала 7-метровой пластине из горного клена придают специальную форму, а потом высушивают в течение 6 месяцев. Сегодня концертные рояли марки Steinway стоят на лучших сценах мира. В России их всего несколько десятков. Благодаря фонду 1150-летия Великого Новгорода музыкальный инструмент любимой марки композитора Рахманинова теперь есть и на его родине. Сейчас уже готовят документы о передаче рояля Рахманиновскому центру, где на нем будут играть участники музыкальных фестивалей. Ну а первым все богатство звучания уникального инструмента уже в среду продемонстрирует один из самых ярких пианистов современности Борис Березовский. Алексей Иванова, Андрей Константинов, Вести, Великий Новгород.